Так, например, девятиклассники перед сдачей государственной аттестации должны пройти итоговое собеседование по русскому языку, которое состоится 13 февраля и будет оцениваться зачет или незачет. В случае неудовлетворительного результата предусмотрены дополнительные сроки сдачи 13 марта и 6 мая. В конце прошлого года выпускники 11 классов написали сочинение для того, чтобы получить допуск к ЕГЭ. Не справившимся с работой назначен дополнительный день пересдачи 6 февраля. Также с 2019 года введены изменения, касающиеся получения федеральной медали за отличные успехи в учебе. Для этого необходимо получить пятерку по русскому языку и математике базового уровня. А тем, кто сдает профильную по этому же предмету, набрать не менее 70%.